Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, в тылу врага возвращается на канал. Закончил я с предыдущим прохождением. Ну нафиг, давайте поиграем в что-нибудь свежее. Опять же, появилось желание что-то новое поиграть. И вот, напомнили мне, попросили посмотреть, проверить мод Варшава Апрайзинг. И, собственно говоря, мы это дело и запустим сейчас на нормальном уровне сложности. Первая кампания Silent Unseen. Итак, поехали. Что у нас тут? Так, солдаты вам сказали... Так, прибыли, говорит, польские командос из Англии. Да вы что? А, прибудут из Англии. Так... Мы должны зачистить зону прибытия. Так, вот наша команда. Давайте проверим. Звук нормальный. Так. Я, говорит, слышу самолет. Так, я слышу самолет, сказал один из наших ребят. Побежали. Так, давайте посмотрим. Опции. Нет, опций никаких. Нет, точнее. Так, что у нас есть? Так, парашютисты, говорит. А, ветер сильный. Видимо, приземлились где-то в другом месте. Ну, пошли. В деревне они скрываются. Пойдем всем отрядом. Обычно первая миссия не должна быть слишком злая. Тут должны одолеть. Вон они, парашютисты. По-польски говорят, ребята, давайте. Покажем им. Нет, давай. Ну, кинь сюда гранату. Ёп, ты как высоко. А, ты бросил зажигательную. Ну, давай. Сожгем забор. Давненько мы не жгли забор. Я, кстати, настроил визуализацию. Наконец-то у нас есть пламя, взрывы и прочая вся ерунда. Нашел я, в чем был конфликт. Ну и чё? А, во, есть. Да, я обижал. Обижали по кругу. А, файн, нашли парашютистов, нашли, да, где они, кстати? А, вот они. Ну, здорово, ну что, как дела? Так, говори пароль, говорит, стой, кто идет, говори пароль. Так, дядя Ян до сих пор живет в Лондоне. Пароль, а ответ, он покинул Лондон 2 месяца назад, отлично. Капитан Кмичич. Добро пожаловать в Польшу. Надеюсь, мы сможем друг другу сказать наши имена после войны. Патруль. Так, watch out. Так, германский патруль. Типа, глядеть в оба. Сейчас нужно, говорит, быстрее прикончить, пока они не подняли тревогу. Так, где патруль-то? Наверное, на дороге. Сейчас найдем. Разорвем их на стрелы. Рывок, рывок, рывок. У нас же есть еще и силы, да, вот синенькая сила. Бегом. Продвигаемся. Их там трое. Вот даже четверо. Ну, вообще близко прям. Покажем им. Пока эти отвлекают сбоку.
Сбоку наши обошли. Отличная работа. Прячьте, говорит, тела и парашюты. Комплит. Вот вам и комплит. Ну что ж, хорошо. Первую, значит, прошли. Следующую, погнали. В hour. Час В. Час W, час Варшава, да, я так понимаю. В. W в данном случае означает Варшаву. Дело происходит в самой Варшаве, видите, уже Вола. Называется что-то район Вола или что? Не знаю. Воля, Вола. Так, ребята, пора, говорит, освободить Варшаву. Наша задача на сегодня захватить бараки СС в старой школе. Лейтенант Вилк поведет атаку. Удачи. Хорошо. Капитан Кмичич. А, он не играет. Итак, скажу вам, что эту миссию я играл. Ой, блядь. Нет. Стой. И здесь надо работать по очень простому, по принципу такому. Блядь, да ты чё гонишь, что ли? Открой-ка дверь. Вон танк. Видите? Танк стоит. Так, дальности у нас хватает. Есть их страшный дужо. Я бы сделал так. Человек с винтовкой нужен для привлечения внимания и вскрытия позиций. Но надо помнить, что у них должны быть снайпера. Сейчас человек с винтовкой. Займет позицию, и мы начнем. Польские бандиты на позиции. Они называют нас польскими бандитами, хотя мы как бы пришли освобождать свой город. Есть. Так, пока нам карта, наверное, не особо нужна. То есть здесь идет работа снайпером. Снайпер должен снимать. Так, может быть, снайпер сам? О, давай вот это наверху. И внизу еще один, давай. Есть. Так, патронов у меня 42. Если удастся... Ох, есть, какой выстрел, блин. Какой был выстрел, а в окно? Сейчас он приноровится, у него 4 звезды опыта.
Так. Короче, тут смысл какой? Что если рваться как бы напропалую, то пиздец, танк нагнет. Но у них есть снайпер, то есть здесь надо... После зачистки передней вот этой вот позиции... Нужно будет обходить. Вот здесь есть райончик хороший. Но там очень грамотно надо работать, так как контрснайперская борьба будет вестись. Вот здесь где-то у них снайпер сидит. Блять, пулеметчик. Наш еще промахивается. Есть, на жопу сел. Вот, уже надо менять позицию. Есть. Патронов мало. Мы как бы такие парни, что с патронами все время ограничено. Ох ты, какого снял, я его и не заметил даже. Сейчас вот это уберу. О, как пулеметчик-то сняли, ёптать. Как сняли красиво пулеметчика. Есть еще один. Количество трупов, кстати. Оба. Вон сколько перебили фрицев. Оборону заняли они конкретно. Пора братву уже всю... Так, здесь, значит, у меня человек на контроле. А вот здесь уже будет снайпер. Ага. Есть, блядь. И вот здесь сейчас будет снайпер. А снайпер это зло. Собака пришла, что-то тут ко мне. Собака. Ну что ты? Собачка, собачка. У меня собака же теперь появилась. Барбос. Да, барбос. Слышите, как разговаривает? Будут потери, скорее всего. Так, как бы нам снайпера-то расположить нашего? Здесь... Так, что бы сделать по-умному-то, а? Так. Тут именно что будет снайперс. Ну вот во двор, кстати, я ни разу не заходил здесь. Давайте пробуем зайти во двор. Тишина, да, во дворе? Yeah.
Ох ты, сука, снял одного, блядь. Вот это с их стороны. Вот это с их стороны было жестоко. Да, вот доли секунды я вот отвлекся на собаку. На свою. Тут же хрясь, готов. Так, здесь остановка. Тишина, да? Теперь главное не потерять героя, так сказать. Не видит. Увельбиам тен застрик адреналины. Ага, во, пошло. Я смотрю за снайпером. Он прицеливается, я пытаюсь. Есть, блядь. Так, где снайпер? Может, рывок? Так, рывок, рывок. Есть, блядь. Смотрим внимательно. Так, ну что, продолжаем. Я немножечко отвлекаюсь, вот приходится отвлекаться. Добром подавить огнем. Есть минус. Снайпер наверху. Во, на... Есть. Опа. Подстрелил, смотри-ка, подожди. А кого мы подстрелили-то? Освоняйте мне. Витамы в свете булу. СС. Во, снайпер есть. Так, ну слушай, пора сохраниться. Я ведь, как обычно, не сохраняюсь. И это может плачевно закончиться. Так. Есть еще один. И тишина, да? А, вот. Отлично. Теперь у нас есть... Что у нас есть? У нас есть танк. Thank you.
Нихуя себе, блядь. Ой, блядь, умер нахуй. Хиба их недооценились. Короче, тема такая. Блять, куда ты стреляешь-то? Тема, в общем-то, такая. Здесь, вот я так понимаю, что графические вот эти моменты связаны с тем, что у меня стоит мод на то, чтобы... Ох ты, нихуя. Ебануться. Мод на то, чтобы не пропадали там танки, как говорится, трупы там, прочее. Но время от времени этот мод играет против меня, так как... Давай. Есть минус. Вот, играет против меня этот модик, так как он почему-то графические эффекты ликвидирует. Так. Ох, ебануться, блядь, просто... Нет, еще вроде есть графические эффекты. Но мы с вами... Ну что, зажгли танк или нет? Сука, потерял одного человека. Так, танк, танк, танк. Подожди, а может у трупиков есть что-нибудь? Так, ничего. Блять, здесь ничего. В танке то... Тут разбитый танк, тоже ничего. Так, ну что же... Что же делать? Так, 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 так. Хуяся. Хотите быть богатырами? Więc naprzód. Czas na małą strzelę. Сейчас попробуем снять его. Rozerwiemy ich na strzępy. Fire shots. Yes. Готов. Так, все это здорово. Только как нам прикончить танк? Давай посмотрим, может быть, у трупов. Я гранату все надеюсь найти. Гранаты нет. Więcej их матка не мяла? Опять он сюда повернулся. Значит, есть шанс его ликвидировать. Ну
Ну, блядь, есть, блядь, есть. Танк за... Все, отлично. Ой, как хорошо. Нет, нет, я... Отлично, отлично. Все, в атаку. Быстро сюда помочь. Готов, вот и все. Пулеметчик, давай. Ну, ёпты, 2500 патронов. Жалко, что 20-зарядный только. Так. А если я закину ему... А если я закину вот эту штуку сюда? Не загорелось? Ну-ка, давай возьмем этот динамит. Перед нами тяжкие хвили, хлопцы. Блять, теперь у этого и противотанковые гранаты появились, что ли? А, нет. Вот так. Сейчас будет пиздец. Да. А, все. Захватите бараки СС. Последнего ССовца выбили динамитом, разрушив весь дом. Ну, мы не... Как же уж там не посмотреть. Так, бараки зачищены, говорят. Но скоро, говорит... Скоро, говорит, у немцев будет подкрепление. Готовьтесь, говорит. Так, а откуда? Откуда будет подкрепление? А, вот и у нас подкрепление. Я, говорит, прапорщик Тарди. Где, говорит, второй... Так, где второй взвод? Их задача была атаковать. А, нет, подмениться, подмениться. Неплохо, говорит. Ага, у нас, говорит, винтовка. Винтовка противотанк, что ли, или что у него? Так, давай карту откроем. Где наши, Так, подкрепление. Слушай, а... Блять. Ну, естественно, танк нельзя. Блять, вооружиться бы нормально. Слышу, 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 как идут танки. Так. Где пулеметчик у меня? А, вот он. Ой, блин, сохраниться надо. Так, мотоциклисты. Ой, блядь! Так, мотай, взорвали, блядь, у него пулемет. Есть.
Я бы дал им... Я бы дал еще один пулемет человеку. Есть люди... А, вот, 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 вот. А, это снайпер, ёптать. Забыл про него. Есть, блядь. Все, подорвали, отлично. Блядь, рикошет. Готов. Так. Горит, но не умирает. Есть, какой взрыв. Так, надо нам за команду зачистки. Пулеметчик прикрывает, автоматчики пошли. Вперед, пулеметчик должен помочь. Че там, шум двигателя? Ханамаг. Пиздец, кого убили-то? Сука, пулеметчика приняли. Так. Ха, что у нас там по гранатам-то? Выкинь нахер свой автомат, свой, блядь, пистолет.
Ой, блядь. Быстрее, должны успеть починиться. Вы поняли, да, что происходило здесь? Полный пиздец. Фуф, уничтожьте германское подкрепление. Есть контакт. Так, ну что ж, блин, ну неужели мы справились? Вот это был взрыв, да, и башня прям отвалилась. Фуф. У этого пацана не было патронов. Да, Виктория, отлично. Шестерых потеряли. Но остальные выжили. Да, пришлось мне, конечно, тут немножко попотеть. Ну ладно, все, ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся в следующей серии. И всем пока.